что, ребятки, вот они настали, последние теплые деньки. Запишем этот видосик и, скорее всего, закрываем сезон. Погода очень конкретно портится. Сегодня-завтра еще сможем покататься, так как плюсовая, плюс 12, дальше будет вообще вдвое меньше. Поэтому как-то так, наслаждаемся видосиком. Боже, яке кончене. Последние теплые будни. Привет. Привет. Что вы? Можно сфоткаться? Да. Что ж нельзя? Да. Видно? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Шнурки он развязан. Что, как дела? Нормально. В лужи не падаете? Нет. В лужи не падаете? Слава Богу. Это хорошо. Погодка хорошая, пару дней еще будет, а потом все. Там уже все. Холодина. Да. Я такая. Что, Валерку не видели? Где-то тут ходит, привет. Где-то ходит, может, тоже будет кататься. Что вы, когда концерты? Когда концерты? Сама не знаю. Я вообще не слежу. Что, вы не ходите, да, на танцы? Нет. Бо щось буде, кажуть. Чекаю від тебе привіта. Да. Ну, буду ж там. Да, да. Ой, так, ладно, пойду я пройдусь. А что это за парень, который сидит здесь задрутит? Ни хера не работает, это же фантомас. Не работает. Фантомас. Светки подождем, вроде как минут 15 нужно заправиться с полным боком ехать. Прогнала меня тетенька, говорит, что это вы здесь курите? Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Вон сидит ворона, хватит тебя за патрона. Он сидит как аду, хватит тебя за... Я ворона, на-на-на-на. Берега, берега, берег этот и тот моей жизни. Imagine.
койот. Это койотик такой. Идите козюбочка, козюбочка. Сердечко. Ты моя девочка, что ты морозишься, стесняется камера. Девочка красивенькая. Чу-чу-чу-чу. Що? Що такое? Що? А ти хто? Ти очкуєш? А ти тікай. Блядь, в глаз штрикнув нечайно дважды. Чо хочу бок? Кто такой довольный пес? Довольный пес, то его чешут за ухом. Ну вот, друзья, уже и пошел снег. Но я там смотрел погодку, еще пару дней будет, наверное, погода прокатится. Поэтому посмотрим. Ну а пока, друзья, накидывайте идеи. Может, что есть записать, по вашему мнению, по вашим рекомендациям. Может, что-то придумаем. Да и расшаривайте все видео, которые за лето заснял. Нужно подымать актив, потому что мотивации уже нет, погоды нет. Мотивируйте, да что-то-то придумаем. Вот и что это за погода? Ну, все-таки теплые деньки еще могут быть. Давайте посмотрим, что будет через день, а возможно два. Друзья, только проснулся, погода не ладится. Иду заниматься, а в течение дня я что-то да, запишу для вас. Music licensing reimagined. My body back and forth. My body back and forth. Сейчас у девочки Ляры будут порваны штаны и вот эти клёшики, блядь. Поэтому сколько там собачок. Так вот все уже шкирится на тебе, бля. И вот все, парочка. Будешь ей кусать? Нет? Или ты? А, давай, сейчас я мотню, бля, порвут, бля, будешь знать, бля. У Леры встреча с подписчиками. А дай остальные. Привет, Жастран. Привет. Робчик, ты покажи, как тебе кольцо подарили. Да, кольцо. Мощь. И штаны у тебя мощь тоже. Да, вообще. Что мне нравятся мои штаны? Сегодня классные штаны, на самом деле. Скажите, у меня нормальные штаны. Скажите, классник, Леша, да, сейчас мой? Я сама не люблю такие штаны. Не, на самом деле, ну что, нормальные штаны. Я бы тоже такие носил. Но не буду. Ой, блин. А что ты их носишь? Потому что те мне нравятся. Чем? Да эти курточки. Ага. Ага. Ну ты горобчик. Вы знала, что Лера горобчик? Воробушек. Воробушек. Воробей. Чешем, той великий горобчик, как там казали. Який великий? Ну, типа старый. Як там казали? Та який старый? На більярді казали. Юрко чи що? Да. Він казав воробуш. Ні, він каже воробушок, але якось каже, і старий воробушок. Це воробушок, і нам допомагає якось там теж. На. Лер, чо панчо, покажи, де горобчики зимують. Давай. Прицельна дальність. Ні. Давай, я знаю, ти можеш. Бля. О боже, это был фейл, но прикольный. Как ты это делаешь? Объясни нам. Молча, с плохим настроением на лице. В смысле? Ты это, главное не расстраивайся. Ляп. Что ты бьешь, озвучи. Это дуплет будет или чужой в середине? Давай. Ти можеш. Ну, бачиш, як близько. Бачив, це так було близько. Фейл, жду следующий. Що це буде? Чужой прямо? Так. Да. Давай, ти коли целишся, один глаз закривай, як горобчик. І так глазом кинь в сторону. Два. Ні, ну ти була близька, я тебе скажу. Реально. Ну реально. Близко не считается. Это точно. Ты знаешь, я в тебя верю. Реально.
Ты сможешь. Что ты бьешь? Чужой средин? А если не чужой, то дуплет, да? Нет. Точно. Точно нет, смотри. Точно нет. Ну смотри. Что ты можешь сказать свое оправдание? Тебя что, кто-то... Я играть не умею. Английский не знаю. Червень, английский не знаю. И снова средина, да? И сюда есть. И сюда есть. Давай. Еще 4 шара в лапах. И опять скажи, что кто-то тебе помешал. Я поражена, я английский не знаю. Уверена? Да. Да. Ясно. Тоненький, да. легенько, не надо гасить. Ой, ты была близка. Мне показалось, что ты что-то не так сделал. Что у вас с лицом? Все нормально? Отлично. Ой, ты сможешь. Там есть чужие глаза. Давай, целься. Гасить. Есть. Ты реально? Ты это сделал? Да. Покажи, где горобчики зимуют. Что это такое? Типа чужой. Ага. Ясно. Давай, девочка Лера, ты можешь. Да боже. У тебя есть талант. Это типа чужой. И что? Что ты хочешь сказать? Да ничего я не хочу сказать. Боже! И снова горобцы бьют по шарам. Боже, как весело. Вова! Ты, главное, не психуй и не расстраивайся. Ну ничего себе, ты почти смогла. Мощь, бицуха, покажи бицуху, блядь. У тебя реально бицак. Не, это не такая бицуха. Покажи нормально. О, ну, мощь, уёб. Да. И снова удар горобчика. Это называется дуплет. Сказала, что за кого тянуть надо? Ничего. Я сказал кота за хвіст, а ты что? Ёжика за иголочку. Все ясно. Не скажи, когда ты начнешь забивать шары. Ну что ты? Ну что это такое было? Вообще, ну непонятно, реально. Да. Ты меня сбив с самого начала, в цьому видео. То есть ты хочешь сказать, что моя энергетика влияет на твою игру? Энергетика твоего ютуба. Ты че, блядь? Ты че имеешь против моего ютуба? Именно сейчас, на данный момент. Просто признай, что ты я не настроен. Не знаю. Я английский не знаю. Это понятно. Дивіться, як вона целиться. Ну реально. Ну просто. Ще й тікай.